Хорошо. Силовые узлы. А чё? Решетки металлические, занавески, что это такое? Так, смотрим, что тут у нас. Аптечка опять. Куда-то они нам питают, пихают, готовят, наверное, к чему-то. Так, с тебя ничего не выпадет? Аптечка с тебя не... Ну да, это же медкабинет, видимо, нет? Хотя не похоже особо. Поэтому здесь аптечки. Аптечки, ну куда нам действительно аптечки? Так, сохраняться, не знаю, будем? Ну давайте сохранимся. Так, у нас все, глава 6, насколько я знаю. А, ну вот то место, собственно говоря, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять глюки. Так, нашел. Там вот я вижу уже что-то ценное. Ах ты гад. Надо было его сразу замочить. Я даже толком не увидел. Так, хорошо. А, ну, у нас дофигища патрон, потому что... Ух ты, е-мое, еще что такое. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Идем, идем вот сюда. Сейчас посмотрим. Что-то у нас у вас... Так. Ученикам 4 класса пьесу «Галактикод». После обеда. А тут мясо будет по-любому. Ага, детишки бежали. Ну хорошо. Это что, все? Это все, на что вы способны? По максимуму у нас. Все, погнали дальше. Аптечку, по-моему, нельзя использовать до сих пор, да? Офигеть, у нас аптечек. Руки отрубаем ему нахрен. Давай. Офигеть, он какой-то не... Чё он такой черный? Фу, блин, чё он такой черный реально? Это новый противник. Видели, да, черные? Значит, это сложнее они. Надо прокачивать наш резачок. Так, а нам напрямую. Сейчас мы глянем, что тут у нас. Вроде ничего не подсвечивается. Так, там патроны, пофиг с ними. Будем расходовать то. О, вон, стазис. Это круто. Это намек на то, что здесь будет мясо сейчас. Сюда идут? А, блин. Чё, думаешь, напугал, да? Не тут-то было, а вот. Кстати, а чё у нас там по заданию? Чисто вот узнать интересно. Как выглядит это задание? Дядя Слезарь пришел. Сейчас, детишки. Айзек пришел. Починил вам площадку. Можете теперь играть. Все, мы валим отсюда. Куда идти? А, ну да. Понеслось. Ага, опять эти. Воу-воу. Во. Ох ты гад. Так, вот с этими надо быть осторожней. О, двоих один удар. Ах ты, блях-муха. Да блин, дайте труборез. Про стазис забыл, блин. Как лох. Перезарядить все. Плазменный резак хотел взять. Вот и замешкался. Все, вот с этим будем играть. Так, хорошо. Это плазма, да? Не влезает уже. Хорошо, все, да? Ты со мной пойдешь, друг.
Так, а все точно, да, вот там еще. У меня кредиты бы еще. Так, кстати, надо сделать вот так. Маленькую используем. Потому что мы, я не хочу среднюю использовать. Я нажму Q, я думаю, он среднюю использует. Ой, место появилось пальца. Так. Все. Так, что-то у нас. Шарики какие-то, что-то приятного аппетита. Видимо, это столовая, да, здесь? А что, обратно что-то пришел? Знакомая местность. Какого хрена? Куда он делся? Типа нельзя долго ходить с ними, да? Сейчас почитаем, что тут у нас пишут. Дети сходят с ума. Это кто у нас уже? Учитель уже. Я знаю, что дети отличные, богатые воображением, однако это уже не писает никакие рамки. Почти половина учащихся моего класса есть некие воображаемые друзья. Сами дети говорят, что это их умершие бабушки или что-то в таком духе. Так. Там дальше просто описывалось все это. Так, так, так. Тут еще что-то у нас интересно. О, схема какая-то. Огнемет. Так, да нахрена нам нужен? Давайте, бляхмуха, а что выкинуть-то? Давайте сделаем. О, вот это зачем нам? Дротики. Ну, можно потом взять дротикомет, какую-нибудь четвертую пушку. Тут у нас глобус. Не, подожди. Ладно, пофиг. Погнали. Землю возьмем в руки, да? Так, а тут у нас 1000, по-моему, да? Я думал, силовой узел лежит. Ну, ладно. Так, все шикарно. Можно идти дальше. Так. Игровая площадка, что ли? Это что, детсадик всего космоса? Ой, всего космической станции всей. И все. Так.